За последние 20 лет в России исчезло 20 тысяч сел и деревень, но есть примеры обратного процесса. Совсем скоро новое село возникнет в Ульяновской области, на карте Староманьского района. В законодательном собрании прошли публичные слушания. Депутаты обсудили присвоение селу наименования. Успенское, так будет называться новая географическая точка. С таким пожеланием выступили сами жители поселения. Я надеюсь, что вот этот факт, который состоится, я надеюсь, в скором времени, даст толчок к развитию, чтобы другие населенные пункты образовывались. Село возникнет не на пустом месте. В 19 веке здесь был основан Успенский женский монастырь. После революции обитель закрылась, а постройки перенесли в Старую Майну. В 2007 году началось строительство нового храма Успения Святой Богородицы. Он и дал название селу – Успенское. История соединится с современностью. В селе планируется реализовать проект «Международная IT-долина Футурополис». Проектирование населенного пункта началось 10 лет назад. На этой территории будет создан IT-сообщество, создаст свой кластер, можно сказать так его, когда и будут работать, разрабатывать программы и одновременно отдыхать. Ожидаемое количество проживающих и работающих на данной территории – это порядка 2000 человек. Для населенного пункта это достойно. Проект увеличит налоговые поступления в бюджет района. Деньги будут поступать за счет развития туризма и предпринимательства. Проект привлечет как государственные, так и частные инвестиции. Депутаты единогласно выступили за создание села и присвоение ему имени Успенское. Егор Ситов, новости Улправда ТВ.